Всем привет, друзья! Сегодня у нас планшет BQ1085L. Мы его будем разблокировать от графического ключа или пароля. А также во второй части видео, которая будет ссылка в описании под видео, я покажу, как разблокировать его от Google аккаунта. Итак, начинаем. Включаем планшет. Видим, что у нас стоит графический ключ или может у вас пароль, и мы его забыли. Что нам делать? Выключаем планшет. Далее нам с вами нужно будет зайти в recovery, меню recovery. Для этого нужно зажать кнопку питания и через секунды 2-3 зажать кнопку минус. После того, как появится логотип, кнопку питания отпускаем, минус держим. До появления меню Recovery. Появилось меню. Далее нам необходимо выбрать пункт Wipe Data Factory Reset. Это стирание и перезагрузка нашего устройства. Стирание, вернее. Кнопка питания – это подтверждение. Выбираем Yes и нажимаем кнопку питания. Все, процедура якобы практически завершена. Далее выбираем первый пункт Reboot System Now, то есть новая перезагрузка устройства. Для этого вам придется немного подождать, несколько минут, до загрузки нашего устройства. Вот оно включилось. Делаем первоначальную настройку, то есть выбираем нужный язык, подключаемся к нужным сетям, если это необходимо. Я же все пропускаю. Задаем графический ключ или пароль, если есть необходимость. Соглашаемся со всеми условиями. И вуаля, наш планшет разблокирован. Но если у вас будет Google аккаунт, это уже следующее видео, и до встречи в нем. Ссылка в описании под видео.